приветствуем вас, наши дорогие подписчики и гости канала «Садовод рулит». Мы, Лилия и Ирина, снимаем для вас новинки и распродажи павильонов рынка «Садовод». Все видео на нашем канале без дополнительной обработки, а вещи такие, какие они есть в действительности. В этом обзоре вы увидите преимущественно женскую домашнюю одежду до 70 размера. Продают здесь оптом и в розницу. Подробнее смотрите дальше. Подписывайтесь на наш канал и получайте скидки по промокоду «Садовод рулит». Вот смотрите, да, вот есть великаны халаты. Они с 62 до 74 идут. Это оптовичина по 500 рублей будет. Цвета тоже много есть. А вот здесь есть тоже на молли, на пуговица, они с 50 по 60 будут. Здесь по 350 рублей будет идти. Хороший турецкий ткань, эти материалы очень хорошие. Да, это есть на молли, есть на пуговица. Есть а кто тарафан. Производитель? Производитель Рыбинский, Ярославская область. Хороший, почти хороший. Есть тоже сарафан вискоза. Они с 50 до 56-58 будут. По 250 рублей. Тоже расцветки разные будут. И потом вот здесь они еще есть такие же, на молли. Это на пуговицами, там на молли будет. Вот эти. Да, такие же на молли. 50-60 размерами. И потом... Подойди, длину посмотрим. Ну, до колена прикрыто. Да, 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 они покрывают. Длина, длина хорошая, да. И потом вот футболочки есть, смотрите, хорошие сейчас сезон. А, есть с карманами, есть без карманами. Норма, великаны, все есть. От 52 до 70 размера идут они. Тоже они цены от размера зависят. Потом рядом вот эти вискоза будут. Вот эти, да, это 200 рублей оптом, а эти тоже 200 рублей оптом. Великаны эти. А эти 250 рублей. Да. И потом вот эти однотонные по 120 рублей. А вот эти, самые последние, они будут по 200 рублей вискоза. А размеры? 54, да, 64 они будут. А вот великаны? Вот эти 270 рублей, они с карманами великаны будут. 68-72 размера будут. Да. Просто чтобы девочки понимали, о чем речь да. идет. А вот эти туники великаны, смотрите. 68-72-74 будут размеры. Да, вот эти. Очень хорошие, большие размеры. Цвета там очень много есть. А это вискоза, да, это по 250 рублей. Ну там только один расцветки остались, вот эти первые, которые. Да, по 250 рублей. Да, это мужские, да, махровые, турецкие, они хорошие. Они оптовые на стоят по 200. С капюшоном есть, без капюшона есть. Цвета какие? Цвета тоже разные, много цвета есть. Вот эти тоже они однотонные, которые с капюшоном. Тоже они хорошие. Эти тунички по 200 рублей они. 48 до 56, да, цвета разные будут. Велюровые тоже у нас есть, смотрите. Тоже на замок есть и на пуговица есть. Да. Они с 50 по 60 размер будут. Хороший материал да, тоже, да. Турецкий материал. 50 по 60 и полный размер будет. Цена по 600 рублей они оптом. Есть еще вот здесь вот, смотрите, здесь еще есть. Вот самые верхние, они по 550 рублей. Самые верхние? Да. Не-не, вот эти вот они, вот здесь они будут, да. Такие же вот, 550 рублей. Да, а есть еще вот такие, смотрите, велюровые. Вот велюр, они от размера цена будет. Видите, от 48 до 70 размер идут. Да. Самый большой размер там будет 580 рублей. Да, есть вот велюровый на запах тоже хороший, по 900 рублей оптом. Да, очень хороший. С 50 по 64 размер будет. А, вот махро, вот эти смотрите, по 1800 тоже хороший, вот эти. Классные. Тоже цвета разные. Да. Вообще в Турции эти, хорошие. Вот это велюр смотрели, да, по 550 рублей? Да. Тоже цвета много есть. Там по размеру.
размере 50 по 60 эти. Ну, сзади пояс будет там. Однотонный воротник. И бриджи по бриджи смотрите, у нас вот эти хорошие. Да, вот эти, смотрите, это штапель будет. С 50 по 60 размер, по 200 рублей они. А эти бамбуки будут вот эти они. Они по, есть по 200, есть по 220, но норма велика они. Размеры они 46 до 52, 54 по 62 будет еще. Есть хебешни от 48 до 56, с карманчиками. Вот видите? Оно под бриджи. Да, это по 250 рублей. А вот эти? Эти по 150 рублей эти. Они тоже 70, 60 до 70 размер будет. Да, вот внизу смотрите, какой красивый сделано. Да. Ну, они вот здесь у меня есть на столе, еще смотрите. Это вискоза, да, это вискоза тоже хорошая. Вот здесь смотрите, мужские вот. Там бриджики, бриджики. Комплект, нет, думаю, может, пижам такой, нет, вот. Это отдельно, да? Да, да, отдельно они будут. Ну, можно вот футболочки кто-то подобрать. Хочет его подобрать. Ну, вот однотонный у нас хороший, вот подходит на все футболки. А как, какие размеры вот эти? Вот эти они будут от 48 до 56 эти будут. По 150 рублей эти сена. Вообще. Оптовые, вискоза эти. Угу. Это велюровый, да. Это велюр, они от 50 до 70 размер есть. Ого. И с кармашками, да. С кармашками есть, без кармашками есть. Угу. Да. И потом вот смотрите, вот эти вискозы однотонные. Вот эти, от 46 до 64 размер есть. Хорошие. И потом вот здесь от 48 до 62-64 будет. А эти с карманами вискоза тоже. Ну, тоже как брючки, да. Бриджики, да. Есть брюки, еще длинные есть. Вот. Эти они 270, если 300 есть. Норма велика не будет. А вот эти длинные будут. 300 рублей они велика не размеры, а норма 270. А вот эти у нас будет по 200 рублей, 220 рублей. Это такие же без кармана будет просто. 200 и 220. Да, и потом вот такие длинные однотонные тоже есть, смотрите. Вискоза тоже они. Они идут от 48 до 70 тоже есть. 250, 270, 300 по размеру цена они. А есть вискоза еще вот с разрезиками внизу. С 52 до 62 это будет. Они идут по 200 рублей с разрезиками вискоза. Там 6-7 расцветки идут. Это название фирмы, это не фирма у нас. Да, Россия, да. Вот еще есть хебешни, смотрите. Хлопковые, они идут 130, 140, 150. От 48 до 62 размер будет. Вот цвета, смотрите. Эти цвета разные будут. Много цвета. Еще есть цвета, да. Есть? Да, а вот эти длинные, которые там мы смотрели, вот такие будут, они тоже, тоже цвета разные есть. Есть бамбуковые, смотрите. Бамбуковые прям приятные. Да. Очень хорошие. А это есть с карманами, есть без карманами они идут. А есть еще мужские, смотрите, тоже хорошие у нас. А мужские размеры какие? Цена? Мужские, они идут с 52 до 64 идут. 320 рублей они. А есть длинные еще такие же мужские. 350, если 400 есть. Ну, норма велика они. Они тоже, они с 54 до 70 есть. Да, да, кармашками они. Да, да, цвета еще есть. Это там распродажа эти, да, что остатки остаются. Понятно. Спасибо вам огромное. Пожалуйста.